Завтра, 18 февраля, за погоду продолжит отвечать тыловая часть циклона по имени Иления с центром над Финским заливом. Из-за чего небо будет хмуриться, пройдут осадки в сопровождении сильного ветра, что, впрочем, не помешает температурному фону опережать календарь на полтора месяца. Итак, в пятницу облачно с прояснениями. На большей части страны кратковременный дождь и мокрый снег. Влажность до 90%. Ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый, временами сильный порывистый. Атмосферное давление будет интенсивно расти. Температура воздуха утром от минус 1 по северо-востоку до 3 тепла по западу страны. С учетом влажности и ветра, по ощущениям, будет на 3-5 градусов холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках от плюс 2 в северо-восточных районах до 5 в западных. К вечеру от 0 по Витебской и Могилевской областям до плюс 3 по Гродненской. Наиболее сложная ситуация будет в субботу, 19 февраля. Ожидается смещение очень активного и быстрого циклона с Дании на территорию Латвии. В Беларусь он принесет усиление ветра порывами до 15-24 метров в секунду. В юго-западных районах до 28. Мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью от минус 2 по востоку до 5 тепла по западу. Днем плюс 2-7 по югу до 9 тепла. Сильный порывистый ветер сохранится и в воскресенье. Будьте осторожны. У меня на этом все. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Рябов ответит», и вы узнаете все о погоде и не только.